давай, иди сюда. И что это? Это игра про путешествия. Классическая игра про путешествия. А что тут надо делать? Сначала надо выбрать язык. Давай будем играть на русском. Да. Так, теперь выбор персонажей. Я, пожалуй, выберу себе вот этого. Он мне больше подходит. А я тогда выберу вот эту мелкую. Она мне тоже подходит. Тут даже одежду можно выбрать. Прикольно. Ну что, погнали? Так, предлагаю сначала осмотреться. Машина, мопед, воздушный шар. Хорошо, давай выберем его. Так, что нужно сделать? Подняться в воздух, собрать монетки и найти кодовый элемент. Ну что, погнали? В 1994 году в Кисловодске появился первый на юге России тепловой аэростат. Его пилот Виталий Ненашев. У него 54 уровень? Ну а что ты хотела? Человек уже сколько лет на воздушном шаре летает? А он крутой. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Аня, Дэвид. Виталий. Это, между прочим, на минуточку, президент Федерации воздухоплавания Ставропольского края, правильно? Ну, так получилось. У нас Ставропольский край такой крутой, что даже есть своя Федерация воздухоплавания и свой президент. Ну, у нас Федерация старейшая еще и в России. С какого года? История такая. С 98-го. Я служил в армии раньше, и летал на боевых самолетах. Когда закончил служить, захотелось полетать уже для, скажем так, души. Для души, да. Вот для души шар – это самый подходящий вид летания. Летание – самый безопасный вид транспорта, шары – самый безопасный вид летания. Это как бы вот аксиома. Расскажите, что у нас за тепловой аэростат? Из чего состоит? Тепловой аэростат называется «Мангольфьер». Это корзина, она уже в сборе, горелка, баллоны. Вот они, да, в принципе? Да, вентилятор, нагнетается воздух холодный. Оболочка, вот он в оболочке. Он же купол. Мы сейчас ее прикрепим, туда забьем холодный воздух, горелочкой подогреем, шар поднимется. Как только температура превысит определенную разницу с внешней средой, мы полетим. А сколько он может выдержать килограммов? Ну, этот шар объем 2500 кубических метров, у него полезная загрузка 250-300 килограмм. Ну, думаю, нас выдержит, да? Хотя это немножко... Масса полетная будет в районе 3 тонн. Ну, приступим. Объем купола этого воздушного шара – 2500 кубических метров. Высота теплового аэростата с корзиной – 24 метра. В корзине 4 баллона с пропаном, горелка и желание подняться в небо. Ощущения сложно передать словами, хочется кричать. Хотя нет, молчать, чтобы запомнить каждую секунду этого полета. Но иногда эмоции вырываются. Если честно, в первые минуты полета я немного переживал. Но после, когда увидел всю красоту с высоты птичьего полета, страх исчез. Осталось только ощущение свободы. Что
Чтобы полетать на воздушном шаре над Ставропольским краем, приезжают пилоты со всей России и из-за рубежа. Из Эмиратов, Германии, Польши. Помимо красоты вокруг, именно в нашем регионе, говорят воздухоплаватели, подходящие для идеальных полетов воздушные потоки. По уровню моря 1501, можно так сказать. А по точке старта 792 уже. Набираем высоту. Дэвид, друже, как ты? Ну, мне классно, конечно, мне очень нравится, как мы катаемся. Мне не нравится. Ну, а ты переживал, что замерзнешь, вы представляете? Вот этот вот человек переживал, что замерзнет, да? А ты впервые вообще на воздушном шаре? Да, первый раз, да. Мне кажется, вот Ставропольский край с высоты птичьего полета вообще особенный какой-то. Да, вообще красивый. Кстати, Виталий совершил рекордный полет через Эльбрус на аэростате «Россия». Со своим напарником поднялись на высоту 8300 метров над уровнем моря. Мы прошли чуть-чуть правее правой вершины, на большой высоте. Потом набрали 8400, поставили рекорд высоты России. И прилетели в район Юцы, сюда, в Пятигорск, и приземлились. Я представляю, как вас встречали. Холодно было? 8400? Ну, минус 28 было там. А месяц? Июль. А после съемки был зарегистрирован новый рекорд. Поднялись на высоту 10 595 метров над уровнем моря. А можно попробовать? Еще, друзья, мне Дэвид сейчас только что сказал, что он хочет купить себе тепловой аэростат и летать на нем. А где ты будешь летать там у тебя? В Африке? Да, и так буду поехать домой. Из Ставрополя в Африку на воздушном шаре? Да. Мне кажется, это будет какой-нибудь рекорд очередной. Я возьму с собой, не знаю, шашлыки, хлеб, борщ с собой. Подожди, шашлыки, хлеб, борщ. Ну, я же один буду. А я? В Африку поедешь? Да. Ну, тогда поедем. Поедем тогда. Все, мы в Африку. Летайте на воздушном шаре. Но только в Ставропольском крае. У нас здесь очень красиво. Ну что ж, пойдем дальше. А почему я не могу пройти в следующий уровень? Тут нужно заплатить курортный сбор. Когда заплатишь, тогда и пройдешь. Какой еще курортный сбор? Ты заплати, тебе все и расскажут. А сколько? 50 рублей. А, тогда окей. С мая 2018 года в четырех туристических регионах России, в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях проходит эксперимент. Отдыхающие платят курортный сбор по 50 рублей в сутки и на эти деньги преобразовывают зоны отдыха. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Как у вас прекрасно весь Сентукар. Да. Ну что же, у нас серьезная тема. Курортный сбор. 54 миллиона за 2018 год. Да. И за эти деньги, получается, преобразовался вот этот уютный кусочек, уголок из Сентуков. Видите, вы даже это заметили. Мы гордимся, прежде всего, всем тем, что мы сделали все вместе. Это и жители города, и представители организаций, операторов. Ну и, конечно же, гостей, которые так радужно приняли идеи, которые мы воплотили. Вот. А вот, ну, конкретно, что поменять? Ну, если вернуться назад, то здесь, конечно, было асфальтное покрытие, неровное, не было лавочек, не было освещения, не было той безопасности, а которая сейчас есть. Конечно же, фонтаны – это основная идея, которая и такая, можно сказать, изюминка всего проекта. Это, конечно, вот эти фонтаны. Я не удивлюсь, если там есть МТК-4 просто из-под земли сейчас бьет. Это маленький наш секрет, но, в принципе… Мы попробуем.
Реконструкция этого уголка из сентуков только начало. Запланирован проект по благоустройству курортного парка. Это уже следующий этап. В этом году планируют потратить 74 миллиона рублей. Кстати, в сентукской казне курортного сбора уже более 20 миллионов. Ты слышишь вообще? Птички тут поют. Да. А воздух какой? Это из сентуки, детка, понимаешь? Это сердце из сентуков? Можно так сказать? Самое сердце из сентуки. Это жизнь. Она начинается здесь. Здесь люди понимают, что они на самом деле приехали на курорт. И я думаю, что погружаясь вот в эту атмосферу, вот вы сейчас заметили птички, белочки, воздух. Все это и есть сентуки. Это аллея, по которой мы сейчас идем, в скором времени тоже преобразится. Да. Как раз таки вот это место, где мы и будем проводить наш следующий этап, это реализация 2018 года курортного парка, основная. Здесь будет изменение брусчатки, здесь будет благоустройство, лавочки, замена фонарей на энергосберегающие. Будут сделаны дополнительные аллеи, которые ранее не были учтены. Ребята, давайте присядем как раз таки. И с удовольствием. Вы поймете, что вы на самом деле такое из сентуки. Садись, расслабляйся. Дэвид, Анна, вам нравится здесь? Да, конечно. Кайфовое место. Вот это и есть то место, это и есть рай. Я думаю, что мы должны донести нашим гостям, нашим жителям, что вот он, вот это круто как раз таки. Это и есть релакс, природный релакс, который мы просто создадим, где-то что-то улучшим, чтобы им эмоционально было и здоровье, и чтобы вы могли почувствовать себя здесь комфортно. Это и есть жизнь Кавминвод, это и есть жизнь сентуков, и природа, которая нам подарила такие чудесные места, она как раз таки заключается вот в этой свободе. Вы так вкусно рассказываете, прям вот захотелось тут гулять. Здесь можно гулять, и здесь можно и гулять, и кушать. Мы можем расположиться, устроить здесь небольшой пикник. Да. Кстати, в Ессентуках самый низкий показатель так называемых отказных – 16%. Говорят, что люди еще не привыкли. Ань, подожди, это не он? Подолгий элемент. Ну, похож, вроде он. Ну, пойдем, я его достану. Стой, стой, подожди. А если там ловушка? Я умею ловушки проходить. Пойдем. А если не умеешь? Так, здесь нужно найти два кодовых элемента. Грязь и вода? Что-то интересное. Ладно, погнали. Мы точно в Ессентука? Какое невероятное здание. Это Ессентукская грязелечебница имени Семашко. Ну, наверное, самое красивое здание курортного города. Возводить его начали в 1913 году. Вау. Грязелечебница занимает половину квартала в центре города. Проект здания в стиле античной классики создал академик архитектуры Евгений Федорович Шреттер. Замыслом архитектора было придать грязелечебнице подобие древнеримских терм 3-4 веков с их монументальностью и изысканностью. Здание построено из местных камней. Архитектурные элементы выполнены из кисловодского доломита, который был добыт в Аликоновском ущелье. Грязелечебница была возведена в кратчайшие сроки, всего за 2 года, и с тех пор она практически не изменилась. Все так же стоят эти великие свиньи львы. Они зажали змею, которая символизирует болезнь. В
Первоначально она была названа Алексеевской в честь цесаревича Алексея Николаевича, наследника престола Романовых. В 1923 году грязелечебница получила имя Николая Александровича Семашко, первого наркома здравоохранения. Друзья, у нас следующий уровень, и он будет очень грязный. Но для начала хочу познакомить вас с очаровательной женщиной. Это медсестра грязелечения Галина Павловна. Добрый день. Добрый день. Ну что, примите меня на процедуру. Обязательно, вы пришли на процедуру. Да-да. Я вам сейчас налью грязь, а вы подойдите немножечко, подождите, пока я буду ее наливать. Как скажете, сенсей. Да уж, ощущения такие, будто тебя помещают в какую-то неприятную слизь. Это блестящая, мягкая, черная слизь, сульфидная иловая грязь озера Тамбукан. В ней есть минералы, природные антибиотики и органические вещества. Девчонки, вы даже не представляете, какая мягкая кожа была после процедуры. Наша грязь показана при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, в женских и мужских заболеваниях, при нервных заболеваниях, назначается при начальных стадиях гипертонии, при сахарном диабете. Не разрешают грязь принимать при высоких цифрах давления гипертонической болезни, при частых обморочных состояниях, при новообразованиях, при кровотечениях и массе других еще заболеваний. В общем, такая процедура благотворно влияет на весь организм. Да, правда, потом отмыться сложно, но ничего, главное – здоровье. Вы, наверное, хотите узнать, что я сейчас чувствую? Знаете, вот такое легкое тепло по всему телу и тяжесть. Грязь будто давит на тебя со всех сторон. И так нужно лежать 15 минут. Как в коконе. Так, верхние ванны в Ессентуках. Там у нас еще один кодовый элемент. Скорей, побежали в курортный парк. Этот элемент там. А вот и верхние Николаевские ванны. Названы в честь императора Николая II. Если посмотреть на здание сверху, можно увидеть квадрат. Архитектура лечебницы выполнена в стиле русского ампира с элементами барокко. Выглядят такие ванны немного пугающе. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. А скажите, в чем особенность этой ванны? Это очень полезная ванна. Одна из разновидностей минеральных ванн – углекисло-сероводородная водичка. Мы лечим с вами опорно-двигательный аппарат – кости, мышцы, кожа. При нарушении обмен веществ улучшаем кровообращение, успокаиваем нервную систему. А почему такой запах? Потому что в природе такой, природа создала такой запах. Специфический, чтобы вы знали, что вы принимали углекисло-сероводородную воду. Друзья, запах у тебя резкий. Водичка теплая? Да, нормально.
скажите, это что за ванночка? Мы можем вам рассказать маленький экскурс по поводу этой ванночки. Ванночке 120 лет, она здесь стоит со времен основания. Народ их называет царский николаевский мраморный. Этот камень привезен цельным куском из Италии, выдолбленный вручную. Верхние ванны находятся рядом с источником, поэтому вода убитки со сероводородным, у нее идет прямая подача у нас. Непосредственно качали, вам подали. Ну, радует, что это хоть не тамбукасская грязь. Вообще выглядишь необычно. Ты похожа на одну из наших. Да. Теперь ты возьмешь меня с собой в Африку? Ну, посмотрим. Надо с лицом, ну, с цветом кожи еще поработать чуть-чуть. Хорошо, поработаем. Это здесь? Ну да, походу здесь. Финальный этап. Пойдем? Пойдем. Ради какой-то минералки нам пришлось пройти игру? Ты что вообще? Это не просто минералка, это эликсир долголетия. Я люблю, когда хорошо игра заканчивается. Да. Но знаешь... Что? Кое-что все-таки осталось. What? Целебная тамбуканская грязь. Она в моей коже, она в каждой клеточке. Я даже не знаю, как ее отмыть. Аня, мне понравилась игра. Конечно, графика очень реалистичная. Шарбаная. Но у меня одна проблема. Проблема? Какая проблема? Мне не хватает 50 бонусов. На кулачный спор. Все мужики такие? Герои только в играх, да? 50 бонусов ему не хватает. Я отдам, честное слово.